29 сентября сегодня. Это курортный район Ленинградской области. И вот, что я узрела. Огромное бревно, длинное, здорово, все покрыто мхом. И не только мхом, но и осенним опенком. Вот их сколько. Вот их сколько. Красавчик. Вот он. Свеженький, не сгнил, уже много сгнивших. А еще больше пеньков. Оставят на пне вот такие вот. Такие вот ножички, а шляпочки раз. И домой. Ну, правильно, так и надо делать. Вот смотрите, сколько их. Вот сколько осенних опят. Ай, чудесные какие, ай, красавчики. Спрятались тут в укромном уголочке. Очень укромный уголочек. Я забрела случайно первый раз сюда. Забрела, ну да, такой. Ну просто. Просто тут реально бурелом еще тот. Вот такие вот красивенькие. Вот такие вот. Так. Вот. Иду дальше. Вот они. Вот они эти уже потемнели немножечко. Ну-ка. Да не, они нормальные. Ой, беленький. Все хорошо с ним. Все хорошо. Немножко подзагорел. Ну. Вот это лопухи. Просто здоровенные лопухи. Вон он какой красавец. Ой, прямо грусть. Ну просто. Вот. Хочешь жарь, хочешь маринуй. Что хочешь с ними делать? Ой, красавцы. Отлично. Тут с этого бревна можно набрать прилично. Да, вон не таки много. Вот они, красавцы. Вот. И здесь. Повсюду. Опенок осенний. Да, он будет до самых морозов. Потом уже зимний пойдет. Ламулина так называемая. Так. Ну, этот еще у нас тут морозами и не пахнет. У нас сейчас 15 градусов. А то и до 20 доходит конец сентября. Аномальное тепло в Санкт-Петербурге. Ой, какая красота. Ну, просто. Просто. Ну, вот. Вот они. Ну-ка посмотрим. Так. Вот они. Ой, красавцы. Ну, все бревно просто. От начала до конца просто все усеяно. Бери и коси. Так вот. Ну, урожайчик будет хороший. Вот такая вот небольшая удача. Хотя грибов что-то мне сегодня не очень везет. Мне сегодня на грибы. Ну, вот на опята повезло. Должно в чем-то повезти. Не бывает, чтобы совсем ни в чем не везло. Вот они, красавцы. Вот. Вот если начать с самого начала этого прекрасного, великолепного бревна. А там, кстати, тротарик плоский примастился. Вот он. О, деревянный. Вот опяточки. Вот опяточки осенние. Так. Так. Вот. Тут прямо многоярусная конструкция. Да, процесс сбора будет такой трудоемкий. Так, перешагнем. Так, так. Так, здесь у нас вот. Вот. Елочка молоденькая выросла. Делит бревно пополам. Вот. Да, вот под елочкой продолжается грибной парад. Вот они. Друг за дружкой выстроились. Вот. Вот они. Красавчики. Так, сейчас обойду немножко. Вот они. Вот. Вот те грибы, что я срывала в то место. И дальше. Вот огромное дерево. Огромное просто. Думаю, что, наверное, это елка большая, старая. Тут кроме елок я вообще ничего не вижу. Скорее всего, это елочка. Вот такое вот. Вот изобилие грибное. Вот такое вот красота. Наверное, закончу небольшой репортаж. С вами была Ия Тарасенко. Подписывайтесь на мой канал «Природа Северо-Запада» на Яндекс.Дзен.
на Ютубе. Будьте здоровы, друзья!